сегодня 15 парковка раньше была, все, сейчас ничего уже нет. Здесь потом чуть-чуть была, и здесь уже нет. Поэтому вот видите, и только первые 15 минут бесплатно, а потом час 250 рублей. И каждый следующий был по 200. Все, халявы нигде уже нет. Где может. Ну вот сюда нельзя и заехать, это заехать, там платная стоянка. Вот так в Анапе все, всю халяву. Приходите, голосуйте дальше за конституцию, за поправки, а вам с вас будут деньги драть, блядь, и загибать всех, блядь. Вот так у нас Россия. Полно места и нет хотя бы небольшой бесплатной парковки. И все же могут платить деньги по 250 рублей за парковку. А встречать многим надо. И малоимущие встречают, и всякие. Такая у нас страна.